Володя автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Раул, читай. Наша Россия, наш президент, у нас сила, право, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, Россия. Приходите. О, правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Поздравляем вас, московский кинематограф, самый лучший в мире. Все участники московского кинематографа поддержали нашу инициативу нейтрофизических. Мы вызвали Владимира Путина на пост президента России, на выбор президента России 2024 года. Тоже поддержите нашу инициативу, поздравьте нашего президента, будьте любезны. А с чем? С высшей наградой Гран-при Московского кинофестиваля и с предстоящей триумфальной победы на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. С победой геройской операции. Я поздравляю Владимира Владимировича Путина. Спасибо, спасибо, благодарим вас. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, у нас очень просим избираться на пост президента России, на выборах президента России 2024 года. Сегодня здесь собрались московские государства, мы не вчера не пришли. Виктория Владимировна. На звездной дорожке собрались все звезды российского мирового кинематографа. Вот он, Володя пришел. Володя, польская группа Нестеро-Метницкий, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Владимир. Мы со всеми россиянами, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, МВД, ФСБ, полиция, Национальной гвардии России, лучшей в мире. Мы со всеми россиянами очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наш Россия, наш президент. Да, мы все голосуем, да, мы все голосуем, правильно, мы все голосуем за Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Наша Россия, наш президент, вас осудила право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Вот они, звезды, мировые кинозвезды. Все собрались на Московском международном кинофестивале. Ура! Победа на века! Вов! Надо поддержать наш московский международный кинофестиваль «Лучший в мире». Наша Россия, наш президент. Ура, ура, ура! Великая победа! Вот они, наши журналисты идут. Вон, может, за ними прямо идти. Вон, за журналистами. Видишь, все вышли к тебе как раз. Вот они, наши журналисты лучшие вышли. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. О, комментарии. Мы находимся на Московском международном кинофестивале. Сейчас здесь будет 6 часов, будет звездная дорожка. По ней пройдут все мировые кинозвезды. Владимир Владимирович Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, самые яркие мировые кинозвезды. Мишустин Михаил Владимирович, Владленов Владимир, Александр Михайлович, Алексей Михайлович, Михаил Михайлович Мишустин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич, Сергей Семенович Собянин, Воробьев, Беглов, Воробьев, Шойгу Сергей Президент, Герасимов, герой спецоперации армии России, Луганского Донбасса, Саликов, Шевцова, Целюков, Евменов, Шаманов Владимир Анатольевич, герой ВДВ, никто кроме нас, Калмыков, Маргелов, Данильченко, и творческая группа Нестеро-Метлицкий. Творческая группа Нестеро-Метлицкий. Вот Володя. Володя автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Володь, читай. Наша Россия, наш президент, у нас сила, право, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, приходите. О, правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Российские кинозвезды. Путины, Мишустины, Медведевы, Турчак Андрей Анатольевич, Неверов, Васильев, Яровая, Жуков, Гурова, Александров, Цыбин, Беляев, Никулин, Соснов, Воробьев, Пундель, Мурашко Михаил Альбертович, Голикова, Никита Сергеевич Михалков, Катиненко, Мирошниченко, Колокольцев, Ворников, Путины, Мишустины, Медведевы, Турчак Андрей Анатольевич, Неверов, Васильев, Яровая, Жуков, Гурова, Александров, Цыбин, Беляев, Никулин, Соснов, Воробьев, Пундель, Мурашко Михаил Альбертович, Голикова. И все мы собрались, все мы объединились за нашего любимого президента, за Владимира Владимировича Путина. А вот они, агитационные плакаты, выборы депутатов Советов
депутатов муниципальных образований 9, 10, 11 сентября. Мы всех, вот они наши герои, вот они герои. Вот они наши герои, герои славной армии, отечество сыны. Гордится вами Родина. Давай вместе с ними пойдем сейчас. Давай вместе с ними пойдем сейчас. Рядом идем. Красивые, отечество все сыны. Вот партия России. Нет, это киноздем. Вами Родина. Лучшие награды Московского международного фестиваля героев Росгвардии. Полиция России лучшая в мире. Тоже поздравьте наших президентов. Спасибо, восхищаемся вами. Наша Россия. Вы превзошли всех мировых кинозвезд. Вам все лучшие награды Московского международного кинофестиваля. Ура! 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 Великая победа номер один. Слава героям российской армии лучшей в мире. Самый лучший мир. Россия, посвященный нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самый лучший мир. Самый посвященный нашему любимому президенту. Ура! Он не вас. Идите за Россия. Вы видите, я увидел. Ты шел по земке. Я не могу увидеть. Мира прекрасно. О, Лен. Отлично. Ну все тут уже тебя ждем. Где? Где? Нет, давай, мы тебя ждем. Не беги, иди спокойно. Родины, стоите вы надежно. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженных сил, давай, Владимир Путин. Мы не сервисы, спасибо россиянам, мы очень просим вас отбираться на пост президента России. Храм, оказывается, Вовка, он мне говорит, звони Вовка, мы идем, звони Вики, скажи, что у храма. Я говорю, ну сейчас, мы ездим на Дмитрий, призываем всех россиян, прошлый день на классе голосовать. На всех сейчас я Оле попробую позвонить. Центральная избирательная комиссия, самые честные, свободные, демократичные. Призываем всех россиян дружно, единогласно голосовать на всех выборах, на выборах президента России 2024 года за Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведя Николаевича, мэра Москвы Сергея Николаевича. Смотри, все три сестры родные. Все, один. Уважаемый господин президент России, все на одно лицо. России, Владимир Путин. Мы не термистические. Поздравляю вас. Вот, вот вынесли икону, святую икону. Вы идут со святой иконы. Пойдем со святой иконой с ней. Вот. Наша Россия. Володя, автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэмы, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу спецоперации. Все сегодня голосуют. Наш президент, у нас сил, браво, честь. Все здесь будет кинофестиваль, приходите. Начинаем работать. Прекрасно. И мы есть. Отлично. Владимир Владимирович, Московский Николаевич, Петр Николаевич, самый лучший в мире. Сегодня Игорь собрались, кинозвезды, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Владимировна. Мы поздравляем вас с высшей наградой Московского международного кинофестиваля «Гран-при». Володя, автор «Ронных фестивалей», лучший в мире поэмы, предстоящий, посвященный нашему любимому историческому дедяну, участвует в мире доверия на выборах мира поэмы, посвященный нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу. Самой главной победе на выборах России 2024 года. Президента России, отлично. Владимира Владимировича Путина, Московский международный всенародного. В мире сегодня здесь собрались кинозвезды. Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, самый лучший мир поэмы. Уважаемый Владимир Владимирович, вас очень просим интеграция на выборы президента России 2024 года, представить самый лучший мир поэмы, посвященный нашему любимому президенту. Наша Россия, наш президент, у нас сила, право, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, приходите. Правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Володя, автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Раул, читай. Наша Россия, наш президент, у нас сил, браво, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, Россия. Приходите. О, правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Володя, автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Раул, читай. Наша Россия, наш президент, у нас сил, право, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, Россия. Приходите. О, правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире, празднично, торжественно проходит.
возглавляет Московский международный кинофестиваль Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный. Мы со всеми героями Московского международного кинофестиваля, армии, МВД, ФСБ, полиции, Национальной гвардии России в лучшем мире, очень просим вас, уважаемый Владимир Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова. Спасибо, благодарим вас. Прекрасно, празднично, Московский международный кинофестиваль празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, всегда с народом. Вот наши кинозвезды. Россия ты мессия, ярчайшая звезда. Россия ты всесильна, во всем везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся исторической, триумфальной, предстоящей победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И мы молимся, и мы сегодня все россияне, все объединились за нашего любимого президента. И мы все возносим святые молитвы ко Господу Иисусу Христу, Пресвятой Деве Марии, за выдающуюся историческую триумфальную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Наш Россия, наш президент, вас наступила, правая честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, правая честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся исторической, триумфальной, предстоящей победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И мы отстояли всю службу, сильнее укрепившись во мнении, Христос всему миру спасение, выдающаяся историческая триумфальная предстоящая победа на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и победа героев спецоперации армии России Луганска Донбасса. Всему миру спасения. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу любимую Родину, отцов и матерей, сынов и дочерей, героев нашей любимой армии, жизнь отдавших за нашу любимую Родину. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу Родину, отцов и матерей, сынов и дочерей. Вечная слава, вечная память всем воинам, жизнь отдавшим за нашу Родину. И сегодня мы возносим святые молитвы, пламенные святые молитвы со всеми участниками Московского международного кинофестиваля, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой спецоперации армии России Луганска-Донбасса. Мы возносим святые пламенные молитвы за предстоящую, выдающуюся историческую, триумфальную победу, самую главную победу на выборах президента России, на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, Московской области Воробьева Андрея Юрьевича и все высшие награды Гран-при Московского международного кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, предстоящей триумфальной, выдающейся, самой главной победе на выборах президента России 2024 года Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Воробьеву, Беглову, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Герасиму, Антону Тимошенкову, Золотову, Краснову, Бастрыкину, Чайка, Устинов поддержали, все поддержали, Мантуров Денис Валентинович, Мурашко Михаил Альбертович, всем героям спецоперации армии России Луганска-Донбасса, все высшие награды Московского международного кинофестиваля. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И было радостное чувство видеть многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина на параде, великом параде Великой Победы на Красной площади на Московском международном кинофестивале
И мы возносим святые молитвы за всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу любимую родину, и за героев армии, МВД, ФСБ, полиции, Национальной гвардии, спецоперации, армии России, Луганска, Донбасса. Вечная память, вечная слава. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу родину. России ты мессия, ярчайшая звезда, России ты всесильна, во всем везде всегда, на небосклоне много красивых ярких звезд, мы гимн поем, выдающейся исторической триумфальной предстоящей победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И очень просим, мы, не Хмельницкий, со всеми россиянами, с его святейшеством, патриархом московским, вся Руси Кириллом, со всеми высшими иерархами Русской Православной Церкви, мы все очень просим, мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна, Владимир, мы очень просим вас, уважаемый Владимировича Путина, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. И мы возносим пламенные святые молитвы, за предстоящую выдающуюся историческую, триумфальную, самую лучшую в мире победу на выборах президента России 2024 года. За Владимирова, за победу на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Прекрасно благословил его святейший патриарх Московский, вся Руси Кирилл, прекрасно благословил предстоящую выдающуюся историческую победу Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, на выборах президента России 2024 года. И инициативу, самую лучшую в мире инициативу Нестеров Хмельницких, мы выдвинули на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Наша Россия, наш президент. Вот они, наши герои, кинозвезды. Кинозвезды российского кинематографа собрались, чтобы поддержать инициативу Нестеров Хмельницких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Путина. Тоже поздравьте нашего президента. Спасибо, благодарим вас. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, право и честь. Строит славную родину на вечер по всему. Благодарим вас за высшую награду, за нами дали всех стран, всех континентов, Московского международного фестиваля, добрые смертельные меры, славы и честности, утренним искусственным детям, колокольчик, охотник, колокольчик, Красин Антонов, Кинофенко, Краснову, поддержал мне пути Сергеевича Михалков, Кутуненков, Кученко поддержал нашу Россию, наш президент. Вас на культуру славит честь. Ура, ура, ура. Великая победа. Россия велика. Володя, автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Володь, читай. Наша Россия, наш президент, у нас сил, право и честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, приходите. О, правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль, самый лучший в мире. Сегодня здесь собрались кинозвезды со всех...